Не включается, да? Танцы про новую шкуру изображал. Так, а мы сразу таракушев ее снимем или нет? Согрей его, Тань. Да вообще, видишь, вон под курткой таскает. Под мышку положу. С одной стороны от лица, а с другой стороны с быдком. Бороском. А он вот так. Ну, если ты мне дашь палку, я попробую здесь спуститься. Этот гиб, он, ну да, он похож на тело кобры. Он прямо как... Слушай, правда ведь, а? Вот прям... Ты нас поднимешь? Свали. Шапочки, велик. Слушай, как классно! Заветейки, да. Нет, ну на тюбетейку-то не похоже, но, Таня, ну ты прикинь, что он творит, этот камень, а? Ё-моё, вообще. Я только об одном жалею, что я его с собой так не утащу. Там такая полочка интересная, прямо на неё сесть. Но пока все не тронуто, может, уже сфотографируете, можно туда влезть? Может, и влезть. Сейчас я еще вниз спущусь, где вы стоите. С стороны, вот особенно вот с тем, где со снегом вот как такой... Ага. Туда, под голову, да. Подложенный. Слушай, ну, я не знаю, мне он нравится, этот камень, я не могу. Я сейчас его потрогаю. Камни надо трогать. Куда подойти? Я хочу голову эту потрогать. Ну, надо проверить. Сейчас, подожди. Ага, тут вот. Просто земля. Просто... Боюсь, там провал может быть. Вот тут вот точно что-то такое провальное. Так, обнять. Да, ее надо обнять. Давай. Какой он? Красавчик. Выдвинула. Вот. Солнышко было. Можно. Вот солнце, конечно, будет. Ну, а тускло. Ну, где-то не... Вот, получается, вот отсюда надо. Вот достаточно. Потишный, зараза, а? Тоже. Но голова так и притягивает. Я не могу, я прям так. Я туда... На эти руки тепло. Давай, не снимаю. А это все, как минимум. Больно. А отсюда вот совершенно по-другому. Да, да, я тебе говорю, ну я не могу, у меня прям глаза, вот я стою, у меня глаза тут. Видео. Так, ну чего? Тут как на четвереньках там. Да? А, на четвереньках. Да мне кажется, и с этой стороны, да, тоже будет четвереньки. А тут какой-то звук другой, не каменный. Пожалуйста, летом можно загорать и одновременно быть спрятанным от солнца. Так. Блин, такой камень классный тоже. На вид тут сложнее. Да? Сложнее? Да. Ну, а тут попробуем. Тропа. Там проще, да? Ну, сейчас попробуем.
раз уж мы на него, до него добрались. Там, где идет строительство или подвешен груз. Не пишите. Там, где идет строительство или подвешен груз. Не, ну я еще с ней 25 что-то брал. А потом уже, когда оттаяли, я что, в пещеру полез? Угу. А потом, когда оттаяли, нет, мне кажется, он дальше. Вот эту черепашку, вот. Черепаха сейчас, в свете того, чего я переслушиваю, ага. У Пратчета, тоже очень-очень. Вот видишь, лапы. Которые держатся на большой черепахе. Да? Вот я очень... А ведь каждый... Ну вот оттуда черепаха хорошо смотрелась черепахой. Вот. Так, ну что, мы как будем идти обратно? Не знаю. Вниз по этой горе. Да, из-за снега не... Да. Опыт есть. Палки в руках у нас есть. Спускаться, кстати, гораздо труднее всегда, чем подниматься. Вдруг какая? Ветер. Снега. Ветер. Ну, все? Мы следы человеческие или звериные? Вот. Ты привыкнешь, так и будешь ходить этой. Нет, ты так будешь, как это. Thank you.
часть меня обратно. Господи, что пиздовать. А ты сейчас начнёшь. Ну, сейчас, в принципе, уже все практически. Осталось только до места дойти.